В свое время в 10 классе мне попалась книжка Друнвала Мехельседека «Сакральная геометрия. Древняя тайна цветка жизни. Первый и второй том». Книга перевернула мою жизнь. Я читала ее взахлеб. Я не ела, не пила. У меня вот так тряслись руки. Половину информации про летающие тарелки я просто перелистывала. В тот момент, когда я увидела их на небе, я поняла, что не надо было перелистывать, и перечитала. Личного контакта не было, но я верю в то, что миром и числа Фибоначчи, и атмосфера Вернадского, и то, что в глаз у мухи, вода из ванной, кровь по сосудам, подсолнух, шишка, все устроено в виде кружочка, а не квадрата. И то, что миром правит любовь, меня никто не переубедит. То есть все остальное делаем мы рукотворно, особенно всякую дрянь.